Доброе утро! Мы приехали в Бауцентр. Вон тут ремонтик сделали. Ну, фасады, по крайней мере. 9 утра, да, но уже машин много. Непонятно, да? Еще потом в метро зайдем. Зайдем? Никак не остановиться, да? Опять обратно еду. К Мазде поближе. Чего мы тут набрали? Сижу, не лампочек набрали. Я взяла вот там сухарница называется. И еще одну, вот это поменять цвет, надо. Вот это вот в гардеробную. А тут маленьких нету. Ищем для ванны, а их нету, да? Они как-то были когда-то вот так в коробочке. Вот так, помнишь, нам их открывали, Сержень? Вышли сюда посмотреть, где уличные цветы. Тут такая гортензия красивая. Здесь еще много красивых деревянных штук. Это же для плетущихся роз. Ну да. А вот это что, для чего? Ну для чего-то тоже. Ящички красивые. Ну что-то из растений мне тут вообще ничего не нравится. Вот фиалки. Это вот моя любимая расцветка с желтой серединкой. А эти вот как будто розочки, да? Удобно? Это что такое? Это мебель, набор, это вот. Мебель. А, это весь набор даже, да? Подушки в комплекте есть, состав. Софа, стол, кресло, 21, подушки. И так. 21? Да. С половиной и все это, да? Вот? Ну, софа, да, это вот это, да? Это два кресла, ну да. Два кресла, стол. Угу. И подушки же, да, к ним? Слушай, ну класс. И что тут за это? А там типа железо, амортизация. Не, ну, она это покажи, это подвязка деревьев, это тоненькая, да? Это то, что для молодых. Сколько миллиметров? Ну, 2,5 миллиметра умножаем 10 на 10. Метров. Нет, это 10 метров. Ну, я еще говорю. А 2,5 миллиметра толщина. А есть 5 миллиметров, он толстая, не, да? Не-не-не, она 5 метров. Угу. Подходит нам? Ой, а теперь еле нашли нашу машину. Она же белая, и все вокруг белые, да? А ты какую хотела, чтобы... Я хотела вообще красный Мерседес. Или что, лицо мужа моего счастливое. Я сейчас пойду, там губа закат пиздец. Да. Красные. Красные. Такой сыр, зашли мы сейчас в метро. Черная корова с плесенью в зале. В общем, не знаем, какой нам купить сыр, необычный, чтобы попробовать. И козий тут есть, куча сыров. Мы приехали, у Афоньки скоро день рождения, и купили булочки для, как это называется, хот-догов. Вот. Жуня выбрал брюссельскую капусту для нас, да. А вот еще тут и брокколи есть, и шпинат уже резанный, Сержень. А мы-то вообще хотим еще найти картошку фри. А вот брокколи. Все напишут, ой, какие молодцы за здоровый образ жизни. А нам дети скажут, знаете вы со своим здоровьем? Манго, манго. Он, интересно, вкусный? Мне кажется, должен быть вкусный, да? И картошку фри, ну тут, походу, на весь хутор. Сколько тут вообще этого? По весу. А мы тут в метро на карте на кассе самообслуживания. А сейчас, кстати, заправки еще же тоже в городе. В общем, мы тут сами все пикали. И вот у нас теперь на 2900 вышло вместе со скидками. Угу. Все. Ну, нам теперь понравился бассейн, да? Даже самим. Я уже не говорю про детей. Сегодня опять по... Вот взрослый мужчина. Да. Погода опять.
Все, мы в Макдональдс с папой заезжали. Теперь... Сегодня воскресенье? Сегодня, да, воскресенье. Это покупки с бау-центра. Гуляли. Доделали. А это с метро. Так, что мы купили, показывая в метро? Булочки для хот-догов. 4 такие упаковочки. Будем делать детям хот-доги. Салфетки бумажные. Картошку фри. Афонь, будем жарить тебе картошку фри на день рождения? Да, это тоже в морозилку. Это тоже в морозилку. Вот в эту засунешь. О, кокосовое молоко. Да, это тоже на день рождения. Кокосовое молоко будем пробовать. Картошку фри будем готовить. Так, это я себе губки для мытья посуды купила. Что это? Купила еще трубочки. Еще вот такие папа купил соусницы для горчицы, для майонеза. Хот-доги папа купил. Для томатного соуса. Свечки Афоньке. Это тут оставить. Я думала, что это не свечки, а эти клобасеры. Нет, а это мама себе купила пюре. Черная смородина и облепиха. Так, все, отошли отсюда. Сырный соус. Да, и дрожжи именно для пиццы. Это кокосовое молоко. Можно, ну, сейчас мы его отрежем и нальем, хорошо? Нет, такая радость, в общем-то. Мы не зря съездили в бау-центр, купили лампочки. Сюда у меня теперь горит свет, потому что лампочек не было. Вот, и сделали розетку. Мы вообще самое главное ездили за вот такой четверной розеткой. У нас ее в станице нет, а она у нас вот эта сама штука... Сама крышка отвалилась, и вот за новой ездили. Сережа сейчас все поменял. Теперь красота, все работает, потому что без розеток дополнительных на кухне сложно. Для меня большая радость – это коробки для пиццы. Теперь пряничные топперы будут в таких коробках для пиццы. В метро нашла 25 штук, 33 на 33. Так что класс. Потому что уже не знала, как топперы паковать, честно. Все, сложила такую коробочку. Все хорошо. Готовлю ужин. Здесь две упаковочки вот таких вот там бедр. Что это, голени? В общем, чупа-чупсов, как говорят мои дети. Делаю здесь, в общем, у меня майонез, соевый соус. Вот такая приправа купила в Магните. Томат, базилик и чеснок. Очень приятно пахнет. Ну, это все, кто любит базилик, потому что он здесь самый главный. Так, что еще добавила? Немного кокосового молока, оно такое вкусное, совсем капельку, чуть воды. В общем, сейчас все это замешаю и отправлю в духовку. Здесь у меня в мультиварке гречка. Я не знаю, это только я, наверное, такая. Ни разу еще мы не пробовали кокосовое молоко, и вот это был первый раз, и мне очень понравилось. Мой муж сказал так себе, но кофе мы пили, и привкус, вот мои дети сказали, что это Баунти, но по мне это какая-то Рафаэлка. В общем, очень вкусно. Я еще говорю вам, как звучит Сержунь кофе с кокосовым молоком. Очень звучит, он сказал... что как-то не по-русски, но вкусно, мне понравилось, поэтому как будем в метро, будем покупать кокосовое молоко. У нас здесь станица, видела, оно по какой-то такой цене, то есть оно и там не дешевое, но у нас станица еще круче. Смотрите, наш ужин готов, такие вот красивые ножки куриные получились, и гречка, и салат будет попозже, пока занимаюсь пряниками. Всем привет! Сегодня отличная погода. Везу сейчас Афоньку в садик. Красота, птички поют. Все так хорошо. Я Афоньку отвезла. Где тут моя новая шляпа? Ставим новую шляпу, идем вязать петрушку. А, у нас нет света, но он нам сейчас-то и не нужен. Потому что петрушку можно и без света. А мама мне тут купила астру. Попозже пойду посажу. Наверное, вечерком. Надеюсь, что будет.
потому что иногда я сажаю, но такая жара, что она не выживает у нас. Родня нам передала гуманитарную помощь в бандюэле, горошек, но вот в таких малюсеньких баночках, ну, здорово все равно. А это конфеты. Хотела показать, Женя подвязал ромашки, потому что у нас газон прям даже пропал. Ромашки от ветра и от дождя вот так падают вперед. Вот здесь уже газона нет, вот небольшая полоска. Поэтому он даже решил их вот так вот подвязать. Сделал здесь он, знаете что, это вешалка. Ну вот если ее перевернуть, то это вешалка и веревкой привязал. Они уже начинают распускаться. Мне очень нравятся ромашки. Такая прям простота и нежность в одном лице. Так много будет. Ветерок, так хорошо, свежо. Мальчики на рыбалке. Сейчас я за них схожу. Проверю. Ветер. Смотрите, как. Что это такое? Шмель. Работает, а ветер ему мешает. Картошка цветет. Причем есть белые цветы. Такие вот. Есть вот такие вот розовые или фиолетовые. Нежные. А вот здесь много этих розовых. Так, детки здесь ловят рыбу. Каникулы все-таки у ребят. Учились вчера на огороде закидывать спиннинг, да? Да, да, но со многому научились. А ты? Я научилась на ближней дистанции кидать метки. Да? Ой. Тихо. Ой, дай батька покажет, как надо. Это были черви, да? Это были черви. Антоша, как ты кидаешь, у тебя там червя нету? Или не надо? Гриш, ну дай он, Гриша. Гриша, отойди, а то сейчас тебя поймаю. Это мама червя. Мама? Гриша взял и топил червей. А я нечаянно, я встала, но сама. Гриш, ну не трогай его, Гриш. Куда я покажу, как его? Ага, банку так сбрось. Угу, покажи лучше, как ее достать, Гриш. Так, Антоша. А, я сейчас падаю. Не балуйся. Давай. И что, надо вот так вот крутить просто? Ну это как рыбка играет, но очень надо. Мама вообще. А на нее возможно что-то поймать вообще? Ломаешь. А. Возможно. Так вы что-то поймали или нет? Да. На спиннинг? Да? А ну покажи. Что такого малюсенького? Какого малюсенького? Нормального. Мама! Такие... А ты где была? Я сейчас пойду, я там же, это, у дедушки Коли, сейчас пойду петрушку. Ну так ты тогда, может, не так быстро? Или так быстро надо? Так, ну все, я пошла петрушку порву. Теперь начинаем упражнение приседания, да? Порвали мы чуть-чуть петрушки. Сегодня даже ничего не снимала, потому что не было света, и батарейка села на телефоне. Привет! И дали свет только часов, наверное, после 6. Поэтому сейчас я только снимаю. Сашуля, привет! Саш, а тебе не холодно? Саш, встань с земли, а? Александр, сядь лучше на травку. Нет? А ты с кем?
А, да? Чего ты стоишь? А, папа с Афонией, да? Да. 2-0. Чуть-чуть. 2-0, мы выигрываем, да? Два папы заколотила в уголки. Угу. Даша на ворот. Афония будет гол забивать. Давай, Антоха, давай, сынок. Ай, мимо. Ну, чуть-чуть. А чё ты не... I used to believe...